Артиллеристы. Замечательное, великолепное слово. Может быть, все-таки не случайно выпускники Балтийского государственного технического университета военмеха имени маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова диплом об окончании получают в историческом Государственном музее артиллерии, потом уже инженерных войск и войск связи. Наверное, вы имеете самое прямое отношение к этому дню. Если говорить о профессиональных праздниках, то это мое мнение, если вы с ним согласны, аплодируйте, то сегодня ваш профессиональный день. Не правда ли? С днем артиллерии! Ректор Балтийского государственного технического университета военмех Константин Иванович Иванов.